Съездил я на премию. Ну, премию мне, как всегда, не дали, не хватило голосов, но и фиг с ним. Вот, сейчас покажу, что мне там подарили. Что, смотрим? Так. Вот такая панамка. За грибами ходить или на рыбалку? Дальше. Рубцина трещоточкой. Нормально, пойдет. Самое то. Так, еще такая же шапка. Так. Очки. Не, очки прикольные, мне нравятся. Как раз мне это не хватает, у меня все время в глаз что-то попадает. Хорошие очечки. Makita. Так, набор бит АЕГ. Так, угольник кровельный. Алюминиевый. Ну ничего, так тоже пригодится. Так, ладно. Вонючка для машины. Рулеточка. Кепка. А, вот это мне нравится. Причем можно было выбрать в размер. Опа. Лучший блогер. DIY. Так, еще всякие биты. Опа. Кружечка. Парфюмированное мыло. О, вот эта рулеточка хорошая. Вот это макитовская рулетка. Вообще отлично. Как говорится, рулеток лишних не бывает. Это маечка. О, и зонтик даже, видите? Зонтик. Ну-ка попробуем, как работает. Опа! Тоже на рыбалку. Так, ладно, потом. Рюкзак. Перчатки. О, перчатки прикольные. Перчаточки мне нравятся. Ну-ка померяем сейчас. Ну да, такие прямо отличные. Календарик. Календарик на 24-й. И блокнотик. Ну и все. Радует то, что ну одна струбцина как-то не катит. Но мне у меня два подарка таких. Два подарка и все здесь по два. Две струбцины. Вот это уже катит. Ну, я доволен. Может, в следующем году повезет. Главное, чтобы это не вошло в традицию.